снимаем разъем. Вот весь механизм у нас снят вместе с ручкой. Вот так стоит. Достаем новый, переставляем на него трос, если надо. Я даже не смотрел, в каком он, в какой комплектации новый. Ну, пришел он под оригинальным номером LR011-277 с AliExpress, но быстрее всего оригинальный. А, просто сам механизм без ручки, поэтому переставляем ручку и переставляем троса. Так, вот он. Замок. Так. Здесь только три тросика переставить. Ничего сложного нету. С двух сторон отводим. С одной стороны и с другой стороны поднимаем вверх его. Вот так вот. Также этот отводим. Берем новый, заводим его и заводим этот трос. А теперь защелкиваем. Вот этих два тросика мы переставили, зафиксировали и ставим вот этот трос. Заводится сверху и также фиксируется здесь. Все, механизм мы переставили. Также брызну разъем нанопротеком. И идем устанавливаем. Заводим механизм на место. Так, ручку я на место завел. Одеваем разъем на замок. Одеваем клипсы на место. Заводим трос. Трос здесь вывел, резинку на место поставил, закручиваем механизм.
вставляем на место ручку. Вставляем вот этот фиксатор. Одеваем пыльники. Прокладочки. Ручку, наверное, возьму, смаживайте места, где ходят. Обычная литиевая смазка. Вот так вот смазал. Заводим. И перекручиваем изнутри винт, который у нас ручку крепит. Затянул болтик и устанавливаем на место личинку. Про какую личинку идет разговор, скажете, заглушка? Для многих я этого не открою новостей, но здесь есть под крышкой личинка для ключа. Вставляем ее. И закручиваем винт. Все, личинку подтянул. Ставим на место заглушку резиновую. И теперь устанавливаем стеклоподъемник. Так, проверим. Это у нас соединено, проводка соединена, троса на месте. Открываем скотч, придерживаем стекло. И опускаем его по салазкам. Все, оно у нас защелкнулось. Вот видно оба. Я вижу только, могу показать только одну защелку. Там дальше вторая. Подлазить надо снизу. Поэтому вторую защелку не покажу. Ну все, было слышно, что у нас два щелчка было. Теперь устанавливаем на место динамик.
Продеваем разъем и затягиваем. Пробую стекло. Закрывается. Открывается. Закрывается. Снимаю разъемы. И одеваем обшивку на место. Одеваем на место ручку. Должна она как-то разбираться. Вот и все. И не надо было этот штифт вытаскивать. Ставим на место его. Вот таким образом она снимается. Так, внизу у нас подсветка. Проводок. Блок на место ставим. Одеваем все разъемы. Протягиваем ручку. И защелкиваем. И закручиваем все саморезы на место. Один здесь, один с этой стороны, один спереди. Четыре на ручке у нас и один на ручке центральной. После этого оденем заглушки, где есть. И все. Пока закручиваем саморезы. Все саморезы я закрутил. Одеваем на место заглушки.
И пробуем. Все работает. Сейчас проверю из салона. Окно открою. Все нормально. Хорошо, что была проблема в механизме. А то бывает поменяешь, а дело было не в нем. На этом все. Замену замка передней левой двери я закончил. Всего вам доброго.